чем-нибудь другом. И так я просто продолжаю играть в готику. Я не имею отношения. Извините, это я тут прокашлялся, чтобы говорить лучше. Как я и говорил, мы сегодня отправимся искать юниторы, про которые нам рассказывал Сатурус. Ну, я тут выспался для начала. А теперь можно и в путь отправляться. Так, давайте-ка глянем по карте. Куда нам идти? Где искать эти самые юниторы? А то я когда играл, я уж подзабыл слегаться, где они находятся. Простите. Во! О! Положение юниторов напоминает пятиконечную звезду. Здесь в данном случае это имеется в виду знак сатаны. Понятное дело. Это ж котика. Так, ну-ка сейчас глянем. Откуда мне будет быстрее всего? Ну, мне кажется, быстрее всего будет... Возможно... Тут. Где нижний... Левый конец звезды находится. Я потому что ближе всего отсюда нахожусь. Вот туда мы сейчас и отправимся. Эй, будь... У меня... И где же твой бал... Нету. Нет его у меня. Ладно. О! Покажи у меня... А ну-ка дай-ка я у тебя посмотрю болотник. А хотя че уж мне его? Ну вообще-то... Покажи мне твой... У меня все. Мне руда вообще-то нужна. В принципе, а рудой можно здесь в новом лагере разжиться, продавая болотник. Ну или можно сейчас наведаться в старую шахту, пока еще там есть куда зайти. Хотя чего я спойлерю-то? Потом поймете, решение. В чем будет дело. Ладно. Я думал, это уже давно решился. Зайду-ка я сейчас на шахту. Ну, после того, как достану первый юнитор. Да прикуплю маленечко руды. Поговорим о чем-нибудь другом. Потом видно будет. Я думал, это уже давно решено. Пока туда. Горный мох. Главное правило всех игр, не только РПГ, но, наверное, стрелялок и других игр, если, конечно, там есть такая возможность, надо почаще сохраняться. А то мало ли что. Так, ой, вся стайка на меня попёрла. Один, два... Ой, там ещё ищейка. Это ж вообще пипец. Так, они меньше. Да
и как-то я неудачно Глорхов-то убил, у него там трупяк сорвался с высоты, как же я... Надо удачно их убить, чтоб можно было обыскать труп. Так, и потихонечку надо. Надо одного подманить к себе. Ну или двух. Но не всю стаю. Отходим, отходим. Ну вот здесь можно и сразиться. Полезные штуки. Ну и опыт заодно. Уровень подымем. А это мне очень нужно. Надо же ведь мне следующий круг магии открывать. Давай, лезь сюда. Ах ты ж собака! Надо еще ищейку завалить. Только для начала срегенимся. Да, кстати, а какие тут бонус к ловкости 3? Выпьем. Бонус к силе 3. Тоже выпьем. А теперь сохраняемся. Ну, ищейка, я иду на тебя. Где ты тут обитаешь? Вон ты где. На тебе. Все, пипец себе. Ну-ка посмотрим, что тут ты охраняешь. Эликсир? Пригодится. О, кольцо. А что за кольцо? Так, кольцо жизни, кольцо... О, у меня два кольца жизни, одно лишнее можно будет и продать. Так, а на мне какие кольца? Кольцо Мордорка, бонус к ловкости 5, кольцо силы, бонус к силе 10. Но силы-то мне понадобится, чтобы врагов мочить. Так, защита от огня и от магии. Ну, ладно, не буду пока менять кольца. Да и амулет тоже пока менять не буду. А вот это вот лишнее кольцо я продам. К жизни 10, который дает. У меня два таких кольца теперь. Одно лишнее. Ладно, идем дальше. Ой, еще одна ищейка. Что-то я как-то ее тут не ожидал встретить, хотя играл в игру, но как-то... Сомнительно, что тут тоже ищейка будется. Получила. Так, регенимся. Ну и давайте что-нибудь сожрем. Пару солнечников, например. Сохранимся.
Опа, Мильтон. Ха. Это точно Мильтон? Да, это он. Он ищейку завалил. Спасибо, Мильтон. Приветствую. Мой друг Лестер из болотного лагеря рассказал мне о тебе. Я поражен. Ты стал очень сильным. Так, стараюсь. Ах, да. Как всегда скромен, да? Так, что ты здесь делаешь? Неподалеку отсюда находится древнее каменное кольцо, в центре которого есть вход в подземелье. Что-то вроде склепа? Да, что-то вроде. Мне нужно кое-что добыть из этого склепа. А почему ты сам не спустишься в этот склеп? А почему ты сам не можешь пойти в склеп и взять там то, что тебе нужно? А, долгая история. Слишком многое придется рассказывать, чтобы объяснить. Расскажи, я не тороплюсь. Хорошо. После сотворения магического барьера, поработившего всех нас, один из магов укрыл там магический артефакт. Артефакт был замурован в склепе? И этот артефакт находится в склепе? Да. Его защищает могущественная магия. Первый из воров, кто попытается стянуть юнитор, будет проклят и обречен в облике нежити охранять гробницу от других воров. Вечно. А мы можем обойти это заклятие? В этом больше нет необходимости. Несколько лет назад один из баронов, развлекавшийся охотой на орков, решил заглянуть в гробницу. И теперь он стережет там сокровища. Понятно. То есть там зомбарь. Вообще-то я знаю, что там зомбарь. И есть зомбари полегче, потом мы их мочить будем. А этот бессмертный, его возьмет только специальная магия, которую нам сейчас даст Мильтон. Ты говоришь об одном из камней юниторов? Точно. Так ты уже знаешь историю об этих пяти камнях? Скажи, а ты сюда случайно не за юнитором пришел? Нет, юнитор мне не нужен. Но зато я ищу талисман орков. Ну что ж, найдем мы тебе твой талисман. А что это за талисман? Я думаю, последний владелец использовал его для защиты от злобных орков. Если я прав, этот талисман может оказаться очень полезным. Окей, я ищу юнитор. Он должен быть где-то здесь. Похоже, нам обоим нужно попасть в одно и то же место. Так, мы можем осмотреть эту гробницу вместе. Нам нужно вместе осмотреть эту гробницу. Ты найдешь талисман, а я юнитор. Все это хорошо, но есть одна проблема. Зомбарь. Проблема? Да. Тот, кто охраняет эту гробницу. А разве его нельзя просто порубить на куски? Это не так-то просто. Кажется, он не вполне поддается обычному оружию. Мне кажется, что ты уже что-то придумал. У тебя есть план? Ну, план-то есть. Но одному мне не справиться. Рассказывай давай. Ну, и какой у тебя план? У меня есть свиток с очень мощным заклинанием. Оно способно уничтожить любую нежить. Но тогда осмотреть гробницу будет проще простого. Не совсем. С некоторых пор там обитает не только страж. Все те грабители, что были после него, оказались столь же невезучими. Я уже один раз спускался туда и едва не погиб. Одному там не справиться. Ну тогда давай мне этот свиток. Дай мне этот свиток, и мы пойдем туда вместе. Хорошо. Я надеялся, что ты это скажешь. Но у нас всего один свиток. Необходимо приберечь его для стража. С остальной нежитью придется сражаться обычным оружием. Окей. Понятно. Как пройти к кругу камней? Иди за мной. Так, а ищейку его можно обыскать? Можно. А вот и тот самый круг камней. И подземелье. Вот мы и пришли. Этот туннель ведет прямо в гробницу.
Тогда пойдем, навестим этого стража. Так, сначала только обыщу окрестности. Вот тут вижу огневая колючка, растение. Пройдусь вот тут пока по окрестностям немножечко. Каменный корень. И ты мне поможешь, Мильтон. Помочь им тут с тобой. Тварей. Всяких. Еще один! Ну, я сам с ними быстро справляюсь. В принципе. Опа-на. Эликсир. Ой, такая музыка только на территории орков. Драконий корень. Значит, тут что-то очень ценное, орчье. И что же тут? А я-то думал, что-нибудь прикольное тут будет. Да, подзабыл я игру. Ну, хотя пруда и стрелы тут есть немного. Отмычки тоже пригодятся. Спасибо и на этом. Рис. Может, теперь его можно убить с помощью Мильтона? Давайте замочим этого мракориса, а потом уже пойдем стража убивать и скелетов других. Ну там, потому что кроме зомби никакой нежити, кроме скелетов, нету. Понятное дело, что там остальная нежить — это скелеты. О, а вот там кусачьи ходят, или это остеры? Риса сейчас мы замочим. Вперед! Еще один! Ага. Спасибо, Виктор. Мясо и шкура, и клыки. Ой, сколько кусачей, сколько опыта, сколько трофеев, сколько бабла. Еще один! Ой, а там орк. А, ну точно, тут же начинаются земли орков. Далеко отсюда есть выход к старому лагерю. Так, что-то мне пока жалко покидать такое местечко богатое. Еще один! Больше тут поблизости, кажется, нет никого. Можно и в гробницу спокойно отправляться. Ой, там падальщики. Да сколько ж добычи-то тут, а? Просто жалко бросать ее. А опыт-то... Еще один! Еще один! Мясо и опыт. Классная комбинация. Ой, там ящерицы ходят, те улучшенные, которых мы видели по пути к тому месту, где ящейк мочили. Еще один! Точнее, очень как-то. Еще один! Завалить их проще простого.
новый уровень получу скоро. Много мы тут уже тварей убили. Так, а там кто-нибудь есть? Похоже, гробница тебя больше не интересует. И если все-таки передумаешь, ты можешь найти меня там, где мы встретились с тобой в прошлый раз. Окей. Ничего, я еще приду к тебе. Только вот помочу тварей. Сейчас вон там еще убьем волков и возвращаемся к Мильтону. Еще разок наведаться. Пройдем еще раз мимо стража. Я готов. Все. Я всех убил, так что теперь идем. Так, но сначала сохранимся. Ну, вперед. Тут скелеты, а там страж. Давайте-ка жахнем сначала стража магией, а потом замочим скелетов. Если не получится, то наоборот. Сначала замочим скелетов, потом стража жахнем. Смерть нежити. Вот, еще страж. Один! Все, страж мертв. Не достигнут новый уровень. Ой, больно сложно оказалось. Не, тут трудно. Ладно, перейду ко второму плану. Сначала замочу скелетов, а потом страшно. Еще один!
блокировал его удар. Да. Еще один! Ой, зомбарь! Ужасный же этот зомбарь. О боже, как он орёт. Но мы, похоже, освободили его от проклятия. Ключ. Йорчий талисман. О, именно этот талисман был нужен Мильтону. Ну, теперь... Еще один! Расправиться со скелетами. Сейчас мы устроим пир на ваших костях. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как бы они на моих костях пир не устроили. Хотя им жрать-то не нужно. Вот и мой шанс. Ах ты собака. Блин, эти скелеты мне еще наносят много урона. Вай. И. Поднимаем теперь шиську. И ману. Еще один! Ой, сколько же тут скелетов. Надо бы помочь Митру какой-нибудь магии. Огненный шар. Хотя он и мало, походу, сносит. Так, где моя магия? Какая у меня есть магия? Ой, огненный шар у меня только с магией. А этот нужен третий круг магии. А у меня только второй. Придется так помочь. Остался последний. Это у них слабые, но мочат они ими хоть куда. Урон наносят, блин, наверное, как мое оружие, если даже не больше. Ищем стража. Эликсир. Так, взломали сундучок.
Ой, сколько руды, теперь мне ее не понадобится покупать. Хорошо, теперь у тебя есть талисман. Вот, возьми его, как ты и просил. Спасибо, друг. Я никогда не забываю тех, кто помог мне. Я возвращаюсь в старый лагерь. Может быть, мы там еще встретимся. Ну, пока, Мильтон. А мне надо еще обворовать эту гробницу. И юнитор забрать, что я уже и сделал. Сейчас, подождите. Тупой микрофон. Точнее, наушники. Постоянно слетают. Сейчас, подождите. О. О. Что тут есть еще? Ой. Я сломал парочку отлучек. Так, больше тут ничего нет. Раз нет, значит, я покидаю это место. И ухожу в новый лагерь, чтобы сообщить Сатурусу, что я нашел один из юниторов. Так, идти мне надо вон по той дороге. О, свечерело уже, хотя мы... вроде поспали. Так, сколько у меня очков обучения? 20. О, как раз хватит, чтобы обучиться следующему кругу магии. А сколько у меня сейчас руды? 1686. Ха, нехило. Ладно, не буду пока, наверное, заглядывать в шахту. Или, может, все-таки стоит заглянуть? Не, загляну все-таки. Выкуплю там всю руду, которая есть у того... плавильщика. И будет зашибись все. Мне эта руда еще понадобится. А уж если там что-нибудь останется, на это я уже и руны куплю. Или зельки. Ну или оружку. Да вроде у меня и так оружие нормальное. Но может и помощнее есть. Но вообще-то есть помощнее, как раз где юнитор лежит. Мы туда потом отправимся. Что-то есть. Раньше все было намного лучше, не то что сейчас. Раньше все было намного лучше, не то что сейчас. Лучше я посмотрю со стороны. Вы заметили, тут глюк есть небольшой. Типа мое плечо пролазит сквозь топор. Я этот глюк давно видел, но что-то не обращал на него внимания. Не комментировал. Ну да ладно. Этот глюк мне ничем не мешает. Конечно, его злость тут не поможет. Так. Во-первых, надо выспаться.